75-й школе уже есть свои 35 камер по периметру и еще 90 в здании. А теперь к ним добавится видеонаблюдение за входами и выходами, которые подключат к системе «Безопасный город». И контроль безопасности станет круглосуточным. И причем это касается не только каких-то антитеррористических моментов, но и техногенных, различных затоплений. В Суворовске на ветрах стоит, поэтому здесь реакция будет мгновенной. В течение минуты могут прибыть все службы, необходимые для того, чтобы ликвидировать ту или иную ситуацию. Важно, что для передачи изображения используется выделенный защищенный канал связи, а инфраструктура полностью составлена отечественным оборудованием. Сигнал с камер безопасного города выведен на 17 рабочих мест полиции и Росгвардии и помогает правоохранителям оперативно реагировать на ЧП. Вся информация архивируется и хранится на серверах в течение месяца. При необходимости диспетчеры могут подключить к любой камере аналитический модуль, что дополнительно усилит меры безопасности. В АПК «Безопасный город» у нас реализовано 6 видов аналитики. Это и на массовое скопление людей, и на распознавание государственных регистрационных знаков, распознавание дыма и открытого горения, нетипичное поведение граждан. А в перспективе – идентификация и распознавание лиц. В систему уже интегрировано 414 камер. Каждый день добавляются новые объекты. И к 1 сентября все ростовские школы, а их 101, будут подключены. До конца месяца еще порядка 10 образовательных учреждений будет интегрировано. И уже сегодня в бюджете 2024-2025 года заложены более 9 миллионов на содержание и развитие. Интеграция школьных систем видеонаблюдения в региональную платформу «Безопасный город» ведется по поручению губернатора с 2021 года. В целом работа по развитию АПК «Безопасный город» находится на постоянном контроле губернатора Ростовской области. И в ближайшую трехлетку мы будем дополнительно интегрировать по 10-15% камер видеонаблюдения ежегодно. «Безопасный город» – это 4348 камер по области, 1173 из которых следят за социальными учреждениями. Алина Николаева, Юрий Санкин, Первый Ростовский.